такое татуировка – вид искусства или модная тенденция? Споры об этом ведутся давно. Считается также, что нательные рисунки часто являются приметой стиля человека. Поэтому татуировками заинтересовались не только художники, но и модельеры. В 2010 году многие дома мод занялись украшательством и создали специальную линию временных татуировок, которые представили на неделе высокой моды. Жан-Поль Готье, Рад-Арте, а также Карл Лагерфельд, который создал стильные тату для дома Шанель. Но несколькими годами раньше люди в тату и пирсинге зашагали по сцене фестиваля парикмахерского искусства «Почерк». В 2004 году свою внеконкурсную коллекцию «Glamour Fashion Show» представили салон красоты «Муза» и магазин «Пластик Мода». Прически, макияж, пирсинг во всевозможных частях тела – зрелище не для слабонервных. Коллекцию представляли самые опытные модели агентства «Жираф». Модели мужчин пригласили из Хабаровска. Здравствуйте, стилисты! Раз мы все собрались здесь, в одном месте, под прицелом видеокамер, значит, начался очередной соревновательный день битвы стилистов. Тема сегодняшнего задания, знаю, озадачила многих. Звучит она так – девушка с татуировкой. Сегодня вам нужно создать модный образ с использованием элементов татуажа. Для этого вы можете воспользоваться предоставленным реквизитом, а также татуировками, наклейками, стразами и всем тем, что вы принесли с собой. В выполнении этого задания вам будут помогать профессиональные модели агентства «Жираф». Предлагаю провести жеребьевку моделей и определить девушку, с которой вам придется работать сегодня. Стилисты, в вашем распоряжении всего лишь один час, и по истечении этого срока вас ждет встреча с нашим неподкупным жюри. Итак, за работу! Ваше время истекло, ваши модели, надеюсь, уже полностью готовы, и я с радостью и гордостью представляю вам сегодняшнюю судейскую коллегию. Николай Попов, тату-художник, художественной татуировкой занимается 5 лет. Роман Звонков, фотограф, занимается свадебной репортажной фотосъемкой, а также фотосъемкой в стиле ню. Ольга Субачева, представитель журнала «Чароид», мама троих детей, которая недавно решила сделать татуировку. Валерия Двухреченская – фриланс-стилист и фэшн-блогер, ведет свой блог о моде и персональном стиле. Этим людям предстоит сегодня выбрать лучшего стилиста этой недели, который получит иммунитет
и не будет исключен, даже если его работа окажется в числе последних. А также им предстоит очень сложная задача – выбрать двух стилистов, один из которых покинет сегодня наш проект. А сейчас предлагаю оценить жюри работу стилистов и вам защитить своих моделей, свои образы модные, представленные здесь. Можете по одному выходить в центр зала вместе с моделями и отвечать на вопросы жюри. Виталий, прошу, несколько слов о вашем модном образе. Данная модель, как бы выбор татуировок и так далее, я решил не заморачиваться с какими-то символами, это больше все-таки относится к мужским делам. Свободная девушка, понятно, по объему татуировок и так далее, которая недавно слезла, возможно, со своего мощного спортбайка, которая скучна в городе, она ищет приключений в дороге, в пути. Вот такая легкая, свободная, раскованная. Но ты работаешь с татуировками, как я понимаю, не только... Ну, то есть ты на голове тоже как-то делаешь татуировки. Какой-то... Нет, подобие татуировки на голове. Можно это обозвать? Легко. Хоть Мону Лизу. Хоть Мону Лизу на голове? Понятно. Элла Гринева защищает свой модный образ. Я представила модель в виде дракона. Дракон выпускает не пламя огненное, а пламя цветов. Цветы нежные, и все, переходит образ к лицу. То есть ресницы длинные и губы яркие. Светлана Скляр представляет свою девушку с татуировкой. На лице своей модели я сделала имитацию татуировки в стиле индийских татуировок кной по коже. Значит, рисунок выполнен акриловыми красками, и прорисовка – это объемный контур. Данный образ является романтическим, светским. Наталья, можете представлять. Моя модель, я сделала ее в стиле Джон Гальяна и Дисквайрт. Такой смешанный стиль получился. Татуировка такая на всю грудь, чтобы было поинтересней. И подчеркнули аксессуарами. Аксессуары обязательно. Хорошо, уже есть вопросы? Это роспись, да, какая-то? Да, я городецкая, сделала такую, да, роспись. Как называется? Смешанная роспись. Смешанная, да. Андрей Бахвалов и его модель. Татуировку сразу не видно, но она есть. Ну, волосы своей модели я решил использовать как полотно, просто поиграть с цветом, контраст черного и белого. Андрей, спасибо, творчески подошли. Следующий у нас Эльнура Бадалова. Я вдохновилась древним обрядом нанесения рисунка хной на тело, который называется Мэнди. Соединила его со стилем 30-х годов, ну и стилизовала, то есть рисунок под кружево. Украсила бусинами. Универсальным символом для творческих людей, имеющих прямое отношение к музыке, гармонии, к искусству, является тема скрипичного ключа. Я пыталась изобразить, включая скрипичный ключ и две восьмые ноты, изображая также при этом птицу фламинго. Ну, постаралась, я не художник. Как вам такой художественный образ, уважаемый член жюри? Задавайте вопросы. Мне кажется, больше похоже не на фламинго, да? А на лебедя, двоечка. Вот ну, может быть, и фламинго, и лебедь, в принципе, это обе красивые птицы, поэтому... Орнитологические споры оставим на потом. Спасибо большое, скажем мнение и продолжим. Спасибо большое. Павел Дьяков, пожалуйста, пройдите. Здрасте. Я изобразил девушку-паука. Паук же – это удача, но при этом удача, когда убиваешь кого-либо и приносишь себе пользу. Угу. Павел, столько агрессии в образе. Или это не так агрессивно? Нет, не агрессивно. Хорошо, уже есть вопросы? Есть. Какой материал ты использовал для нанесения? Просто красиво выглядит, плавные переходы. Распушок. Кружево. Я использовал материалы кружево. Ну, трафарет, помимо, да, кружева, что еще было? Тени. Угу. Красиво очень получилось. Спасибо большое, Павел, за работу. Мария Дворникова, прошу выйти в центр зала. Образ девушки с татуировкой дракона – это носибельно, и как бы девушка может выбрать каждый и позволить себе это сделать в жизни. Материал какой использовали? Тоже для нанесения? Наклейка. Наклейка, да? Да. То есть переводка, сразу наклеили, да, и... А на лице, Мария? На лице блестки с клеем. То есть там рисовали, да? Да. Временная татуировка – это модный тренд в 2012 году. Так как не все могут себе позволить какие-то украшения, да, то татуировка из блесток и страз будет, ну, дополнением к образу, какой-то изюминкой. Вот. А бабочка обозначает бессмертие души, ну, какую-то невесомость и истинную красоту. Пожалуйста, вопрос от судей. А почему вы именно выбрали зеленый цвет для бабочки?
Ну, так как скоро весна, я думаю, это очень актуально. Зеленая бабочка. Да. Все понятно. Спасибо большое. Можете пройти. Стилист, а вы можете пройти в комнату для ожидания и там дождаться голосования наших экспертов. Результаты сообщим вам чуть позже. Пожалуйста, прошу, пройдите. Предлагаю начать обсуждение с Виталием Русаковым. Он первым представил свою работу. В принципе, хочу сказать, что Виталий выдержал, чувствуется в его работе его стиль. Он уверен в себе. Он уверен в себе, да, то есть это такая девушка Виталия Русакова, скажем, да, была. Лично знаю Виталию, и, допустим, если бы не, здесь не присутствовал, но увидел бы эту работу, сразу сказал, да, это Виталия делал однозначно. В целом мне понравилась его работа, ну, понравилось именно то, что расположение на двух руках находится, вот. А не понравилось то, что как бы с качеством чуть-чуть недоработанная работа. Эта татуировка подходит мужчине, нежели женщине, потому что чувствуется некая агрессия. Передвигаемся дальше. Элла Гринева представила модный образ с цветами. В общем, да, вот образ, я не поняла, потому что мне кажется, что очень много цветов. С цветом тоже понапутано, потому что много зеленого цвета, переизбыток прям большой. Абсолютно, не чувствуется никакой стиль, да, то есть что человек хотел сказать, непонятно. И там лишний ремень, вот я у себя отметила, то есть мало того, что татуировки, куча блесток, цветов и так далее, да, они как-то глаза разбегают. Помимо этого еще и красный ремень лакированный блестящий, то есть здесь такой перебор во всем. Следующий представлял свой образ Светлана Скляр. Ну, в принципе, татуировка как бы красивая на лице, да? Но для меня, например, непонятен опять-таки цвет коричневый. Почему коричневый? То есть я сначала даже его не заметила. На самом деле это больше, наверное, было шрамирование полинезийское. Работу можно отметить, да, плюсом, потому как здесь минимализм выдержан, и это всегда лучше воспринимается, нежели какой-то перебор, да? То есть она уже лучше, чем многие другие. Вам легко было фотографировать? Это все-таки шрам, его надо сделать красивым при этом. Она красиво смотрелась. Даже с учетом, что это шрам, это даже на деловой девушке смотрелось бы очень хорошо, на мой взгляд, по крайней мере. Наталья Колотова представила работу, украшенную такой достаточно интересной бижутерией. Мне понравилось, как они платье одели сверху вниз, да? Прикольно смотрелось, и понравился пояс. То есть Наталья не просто нарисовала татуировку, да, и вот черное платье. Многие же были модели, выходили просто в платье и татуировка. Она модели, что-то свое. По заданию было задано, они все были в одинаковом. Да, 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 платье. Но кто-то что-то в свое привнес, кто-то нет. Она привнесла, и в принципе это лишним мне не показалось. Тоненько все так проработано. Если бы она утолщила чуть-чуть, это бы смотрелось гораздо массивнее. Угу. Место для татуировки подходящее, даже в таком стиле. Неплохо смотрится. Андрей Бахвалов. Работа Андрея Бахвалова мне очень понравилась. Во-первых, это необычно, это реально новшество, да? Может быть, и правда это потом в дальнейшем будет где-то применяться у нас в городе Благовещенск. Как бы сама задумка, идея мне понравилась. Как это сказать, леопард или что-то в этом роде. Ну, интересно, как бы, ну, я не понял на волосах почему. Волосы меня удивили тоже. Если мы привыкли видеть татуировки на теле, да, в жизни у людей, то такое я вижу первый раз, и, в принципе, естественно, стилисту плюс. То, что он такое придумал. Вот я сейчас у нашего мастера спрашивала, а вообще есть ли такое понятие татуировка на волосах? Может быть, я думаю, что не знаю. Вроде нет. То есть здесь однозначно плюс за такую креативность. С учетом того, что мы пытались все-таки речь шла о татуировках, мне кажется, все равно немножко он отошел от темы. На волосах это тяжеловато смотрелось. Ильнура Бадалова. Ильнура у нас победила в прошлом конкурсе, поэтому у нее есть иммунитет, но нужен ли он ей? Вот в чем вопрос. Давайте обсуждать. Валерия? Я думаю, ей иммунитет не пригодился бы, потому что это, ну, мое мнение, это была одна из лучших работ сегодня, я считаю. Здесь Эльнура и свой стиль выдержала, она добавила, разбавила украшениями, мне очень понравилось, как жемчуг с цепями, с грубыми смотрится, и очень понравилась сама татуировка, как-то так женственно, изящно смотрится, все гармонировало. Интересная работа. Но жемчуг, мне кажется, на руках был перебором. Она, да, она очень много насочетала, но это вышло настолько естественно. Нина Снежная. Она говорила про фламинго, что-то там в этом роде. Я суть не уловил. То есть не убедила речь, что-то, да? Как-то понапутано. Нина в прошлый раз нас удивила. Было у нее много всего, да? Да, в этот раз то она есть решила тут, поконечно. Там, ну, настолько был перебор. В этот раз... перебор в другую сторону. То есть не то чтобы перебор, если бы эта татуировка была
выполнена, да, изящно. Видно было, что она сложена. Ну, какой-то был там тонкий рисунок, да. Наверное, это была бы хорошая работа. А здесь, ну, у меня такое ощущение было, что этот ключ нарисовали маркером вот черным. Просто нарисовали за 5 минут. Кому понравилась работа Павла Дьякова? Ну, необычно, красиво. И браслеты здесь дополняли на руке его модели. Мне все понравилось. Хорошее композиционное решение. Для татуировки прям самое-самое, что ни на есть. Конечно, деталей нет, ничего такого, но общая форма радует. Работа Павла мне очень понравилась, очень. Я ее выделила среди всех. Ну, вас не смущает обилие пауков? Такое мрачное. Нисколько не смущает, я люблю пауков. Мария Дворникова, ее работа. В общем, как бы работа красивая. Мы ее выделили, да, то есть понравилось. Но когда я узнала, что это как бы наклейка, я посчитала, что это как бы даже нечестно по отношению к другим нашим стилистам. Со стороны плохо смотрелось вообще это все дело, но наклейка все испортила. Расстроила всех. Я думал, нарисовали как бы. Ну вот, Николай, по-вашему, можно было как-то обыграть по-другому, может быть, эту переводку? Обыгрывать зачем? Можно было нарисовать, это, в принципе, несложно. Я очень ждала работу этого стилиста сегодня, да, в прошлый раз ей досталось, так и я за нее переживала. Думала, ну, в этот раз постараются, но, к сожалению, опять расстроила. Да. Да. Образ, стиль выдержан, был почти. Единственное, что мне не понравилось, это, скажем так, диссонанс этой переводки и рисунка на лице. Последняя работа. Александра Панченко ее представляла. Как вам понравилось? Мне работа показалась очень банальной. Вообще, вот тема бабочек, может быть. Или это должны быть какие-то, может быть, настолько необычные бабочки, сам рисунок, да, чтобы они удивили. А здесь вот оно, кстати, смотрелось, как будто это наклейки детские, вот переводки. У меня дочка такие покупает, вот, поэтому... Мне понравилось, как переливалось, так еще красиво. Зеленый цвет там. Радостный, да, веселье. Радует глаз. Радует глаз. А так, в принципе... Ну, а сама работа как выполнена? Да неплохо, в принципе. Я не скажу, что это прям худший самый вариант. Ну, я тоже, наверное, не скажу, что прям совсем она мне не понравилась, да? Мне есть что-то, но мне правда не понравился зеленый цвет. Не люблю я зеленые бабочки. В общем, ребята не подготовились многие. Опять-таки. И по второму кругу наступают те же самые грабли. Что такое, когда стилист говорит, я не умею рисовать? Я не умею делать одно, второе, третье. Зачем мы здесь? Я не понял работу Андрея Бахвалова. Точечки на волосиках. Для чего? Если все же речь шла о татуировке на девушке. Я как-то, может быть, это по-другому вижу. Но цветная перхоть на волосе меня не вставила. По качеству я не очень доволен качеством. Меня, конечно, предупреждали, что надо было все-таки там с гуашью работать осторожнее. Я так торопился, очень жидко ее развел, поэтому там все так размазалось. Модель Эльнуры Бадаловой, макияж яркий и вот эта вот эклектика вместе с этническими татуировками, довольно подиумным макияжем с какой-то фатой на голове, смотрелось очень достойно. Мне понравилась работа Дьякова Павла. Она такая... Ну, вот эта размазанность интересная очень. Да, мне моя работа понравилась. Только единственное, что перестарался, думаю. Что конкретно перестарался? С общим фоном. Работа именно с паутиной. Пауки должны быть. Мне тем пауков вообще нравится. Мне раньше жили пауки. Я говорю, мне не вообще нравится. Дракон с тами, не, честно, мне не особо вдохновил. Сегодня все получилось, излишки только того, что нужно было импровизировать. Были некоторые нюансы, к которым были просто не готовы. Ну, к примеру, какой-либо рисунок нужно было доделать. Дракон, в моем понимании, если дракон, то он должен агрессивным быть. А вот ты, вот эта нежность, это вообще... И бабочки тоже. Тебе не понравились цветы? Да нет, в принципе, неплохо. Ну, конкурс был татуировка, а это больше такой боди-арт. Ну, сегодня тяжелый выбор, реально. Все молодцы, постарались. Раскрылись я каждый в своем направлении.
Уважаемые члены жюри, вы приняли решение. Я надеюсь, что вы ни капли в нем не сомневаетесь. И предлагаю пригласить стилистов для оглашения результатов голосования. Уважаемые стилисты, прошу вас, проходите в зал. Сейчас мы будем оглашать решение жюри. Судьи уже приняли решение, и сейчас я объявлю результаты голосования. Но прежде предлагаю поздравить того стилиста, чей образ признан лучшим. И лучший образ девушки с татуировкой создан Павлом Дьяковым. Поздравляем, Павел! Так. А теперь назову тех, чьи работы понравились нашему жюри. Следующий этап соревнований проходит Андрей Бахвалов. Поздравляем вас, Андрей. Наталья Колотова. Вы тоже проходите следующий этап. Светлана Скляр также остается в нашем проекте. Виталий Русаков, спасибо за работу. Ильнура Бадалова, благодарим за созданный образ. Дворникова Мария, можете также занять свое место. Снежная Нина, вас сегодня миновали нападки жюри, поэтому присаживайтесь, вы проходите следующий этап. Остались сегодня стоять только Элла Гриднева и Александра Панченко. Кому-то всегда остается роль последнего, она нелегка, я знаю. Надеюсь, что эмоции, которые сейчас переполняют вас, подарят вам какой-то вот такой хороший заряд творческой энергии, который будет двигать вас дальше. А теперь вся надежда на зрителей Амурского областного телевидения, которые будут голосовать на сайте portamur.ru и оставят одного из вас в проекте. Но впереди нас ждет нелегкая неделя. Придется ожидать решения зрителей. Сейчас предлагаю вам буквально в двух словах передать свои эмоции и сказать, что же у вас все-таки не получилось по вашему личному мнению. Почему вы остались в числе последних? Может быть, недостаточно динамики было? Не знаю. Больше надо было пафоса какого-то, не знаю, больше блесток. Но я люблю минимализм, не люблю ничего лишнего. Вот и все. Александра, вам было сложно фантазировать на заданную тему? Ну, в принципе, не особенно. Мне как-то сразу это в голову пришло. Элла, что, по-твоему, помешало сегодня? Скорее всего, помешало большинство блесток. Много было блесток. Но я так старалась, так хотела все нормально сделать. Я надеюсь, что зрители оценят вашу работу по достоинству, а мы будем ждать результатов их голосования. Зрители, голосуйте за меня, ведь именно я народный стилист. Я достойна шанса еще показать себя, раскрыться. Вот так что голосуйте, будем ждать. Увидимся на следующей неделе, и пусть победит сильнейший. А вы смотрели «Битву стилистов»? Имейте свой стиль, и вам тоже начнут подражать. До скорой встречи!